В общем, привет. Помните, я вчера обещал, короче, вам, что расскажу, как мы все-таки сделали приблуду. В общем, смотрите, брали вот такой штемпель. А от сайдинга до, получается, до бетона у нас 14 сантиметров. Ну, блядь, варианта нет. У нас был один тюбель-гвоздь, который был 14 сантиметров, точнее 18. Но его было мало, потому что нам бы не хватало полностью пробиться и закрепиться. То бишь, у нас был бы болтался, то бишь, сайдинг и антенна не выдержала и просто грохнулась вниз. Я решил, вот взять вот такой дюбель-гвоздь. У нас были метровые штанги, которые просто у нас как саморезовые. Вот. Мы их вбили вместе, получается, вот так вот накрутили. Сейчас покажу. Накрутили, получается, их и вбили в стену. И тем самым мы себе облегчили задачу, тем самым то, что мы забиваем сразу в отверстие, пробиваем полностью до конца, и у нас полностью вся эта ситуация держится вот на такой вот штуке. Если кому удобно и никто не желает, короче, заморачиваться лишний раз, вот вам, короче, штанга у нас на метровая была и на 16 болт, ой, дюбель, получается, сама пластмасска на 16. И самое то, вот советую, если кому-то понравится, лайкайте. Давай, пойдем сейчас. Вот как-то так вот. Короче, мы заканчиваем. Вот сегодня уже, грубо говоря, с тарелкой. Мы сейчас провода протягиваем. Осталось нам протянуть, получается, вот вы видите, от отверстия. Вот сюда у нас будет все культурно, аккуратненько в гофре. И без всякого лишнего геморроя. Так что смотрите дальше, что будет у нас. Ну, сейчас вот фотки выложу и видос тоже выложу. Короче, как мы сделали именно в этом, где у нас шкаф стоит. Вообще все четко и все красиво. Но осталось очень много запаса. И это хорошо.